Но праздники на этом не заканчиваются. 19 января по православному календарю крещение. Несмотря на теплую декабрьскую погоду, в Барнауле началось строительство крещенского городка. Традиционно его возводят на набережной речного вокзала. Толщина льда на месте купели сейчас достигает 60 сантиметров. Это позволит одновременно вывести на лед до 60 человек. В ближайшее время на набережной установят снежную часовню, купель, а также раздевалки и баню, где можно погреться после погружения в ледяную воду. Чтобы избежать затора, на дорогах будет организована новая схема проезда к крещенскому городку. Ведь с прошлого года движение на проспекте Ленина около Старого базара перекрыто. По улице Мамонтова 19 января можно будет двигаться в две стороны, а по улице Горького в одну от речного вокзала. В день крещения в Барнауле пройдет крестный ход. Он начнется у Знаменского монастыря в 11 часов. Ну вот для организации безопасного купания будут дежурить сотрудники МЧС, я уже сказал, специалисты ГИМС, в целом где-то 16 спасателей, водолазы, для того, чтобы обеспечить безопасность населения. Организовано взаимодействие с медицинской службой, с полицией по организации проезда.